В Уральске предприятиям-перевозчикам снова начнут выплачивать субсидии. В этом году на компенсацию тарифа из местного бюджета выделили 34 миллиона тенге. В Уральске проезд в автобусе стоит 80 тенге. Субсидировать пока будут только перевозчиков на 10 городских маршрутах. Главное условие властей города – обновление автопарка. Сегодня его изношенность составляет почти 70%. Субсидии мы выдали для того, чтобы сейчас перевозчики планируют закупить новые единицы техники. Им, да, в частности, необходим там первоначальный взнос. В основном это пригородные и дачные маршруты, такого сезонного характера. Мы их субсидируем. То есть они у нас по закону определены, то есть включены в перечень социально значимых маршрутов. Для нас маршруты.